Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог. Сегодня будем, точнее сейчас прям с вами делать масочку для волос желатином. У меня уже на канале есть такое видео, ламинирование волос, да? Вот, но я еще туда добавила оттеночного бальзамчика, чтобы было прям вообще огонь. Итак, поехали. Такой замес. Тут у меня желатин, бальзам питательный для волос обычный и оттеночный бальзам от Ликата. Вот такая вот смесь. Это все сейчас я буду наносить на свои волосики равномерно и где-то полчасика с вот этим делом совсем ходить. Я забыла про свой уникальный рецепт, который восстанавливает даже самые убитые волосы. Я имею в виду желатин, да? А тут мне девчонки напомнили. И я теперь стараюсь раз в неделю маску с желатином делать вот такую, да. И кончики все закрываются, запаиваются. Ну, в общем, красота. Все, девчонки, пришла посылочка от Style Korea. Крутой корейский уход. Сейчас будем все вместе с вами открывать и тестировать. Еще сегодня, девчонки, хотела разобрать косметичку. Разобрать свою косметичку и отложить то, чем буду действительно пользоваться осенью. Вместе с вами сделаем этот пересорт. Но давайте начинать с посылочки. Намазюкала. По-хорошему надо одеть еще пакет и полотенце сверху, но мне лень. Пришла посылочка из Кореи. Вот как она выглядит. Большая такая коробочка. Смотрите, здесь даже продавец наклеил то, что, ну, поаккуратнее, да? Наклеечку такую. Вообще здорово. Так, сейчас будем вместе с вами открывать и смотреть, что же в ней. Это заказ, девчонки, с сайта Style Korea. Мне очень нравится этот магазин, мне нравится их система скидок, мне нравится, какие бренды у них представлены, быстрая доставка, наверное, неделю, может, 10 дней, поэтому вообще очень круто. Смотрите, здесь, как всегда, вот эти прекрасные коробочки, я уже третий раз заказываю на этом сайте, переложено все вот такими штучками, надо их в этот раз, кстати, не выбрасывать и оставить для следующего бьюти-бокса, да, вот эти штучки, вот. Так, достаем с вами две вот эти прекрасные коробочки и большую убираем. Так, ну давайте начнем с вот этой пакетики в сторону. Так, что же у нас здесь в первой коробочке? Все переложено пупыркой, коробки классные. Я, кстати, Beauty Box в прошлый раз отправляла именно вот в этой коробке. Это очень удобно. Пупырка, дочь ее очень любит. Так, поехали. Девчонки, это, кстати, знаменитый бренд Бентон. Вот, смотрите, название. Это что-то типа космецевтики. Это фармацевтическая косметика, разработанная корейским доктором. По-моему, с 2007 года на рынке вот этот бренд. Бренд запатентовал себя очень круто, как натуральный уход за чувствительной кожей, за кожей, склонной к раздражениям. Для очень чувствительной кожи, для аллергиков. То есть вот этот вот бренд, можете про него почитать. Много очень интересной информации. То есть эта косметика, она еще и лечебная. Здесь у меня продукты с муцином улитки. А вот эта линейка, здесь ни слова по-русски, но насколько я помню, что я заказывала. Это тонер. Должен быть 150 миллилитров. Давайте я вам покажу. Нет, состав. Покажу сейчас состав. Так. Где у нас состав? Вот ингредиенты. Так, фокус, ты где? Вот. Вот ингредиенты. И сам тонер, как он выглядит. Вот такая бутылочка. Это плотный пластик, это не стекло. Смотрите, какие наклейки. Серия вся дерматологически протестирована. Написано на упаковке. Здесь у нас муцин улиточки. И на 99% натуральные компоненты. Так, ну здесь Made in Korea. И ничего мы с вами все равно не поймем. Ингредиенты я вам показала. Смотрите, как даже запаяно прям, да? Так. Фокус. Опять ты пропадаешь. Ой, как пшикнуло. Что-то с фокусом сегодня. Вот, появился. Ой, классный, классный. Запах. Никакого запаха, девчонки, абсолютно. Действительно, видимо, разрабатывала серия для чувствительной кожи, да, для аллергиков. Вообще никакого запаха и увлажнения, и сияния, как всегда, у корейских брендов, да. Так, дальше тонер. Потом должен быть, девчонки, лосьон у нас здесь. Так, сейчас по составу тоже покажу ингредиенты. Вот они, ингредиенты. Много очень экстрактов, да, в составе, видите? Красота. Так, давайте посмотрим на этот продукт. Здесь уже, по-моему, 120 миллилитров. Здесь вот такой дозатор, тоже пластик. Слегка отличаются они по цвету, да? Тут как-то потемнее, что ли.
Так, тоже такая же наклеечка. Так, все. Ну, вообще, мне нравится, девчонки, доставка и оформление на Style Korea. Так, все достойно. Так, это у нас что? Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это что у нас? Эссенция? Класс. Что-то типа сыворотки. А здесь, по-моему, эссенция. Запаха никакого вообще нет, девчонки, в этой серии. Действительно, гипоаллергенный уход. Здесь, по-моему, эссенция. Да, эссенция. Так, здесь написано «Lotion». А здесь скин. Так. Мы с вами все потом вместе на лице протестируем. Эссенция, выходи. Вот эссенция какая прозрачная. С муцином улиточки тоже. Легкая такая, как водичка. Тоже не имеет никакого запаха. Здорово. Так, дальше. Здесь кремушек вокруг глаз. Это можно и без переводчика понять. Да что с фокусом-то сегодня? Коробка прям красивая. Всегда у Style Korea бликует. Бликует. Золотые буквы. Вот как выглядит кремушек вокруг глаз. Очень красивый, кстати. Мягкая такая упаковочка. Смотрите, как все запечатано. Зафольгировано, можно сказать, да? Давайте с вами потестируем. Такой беленький кремушек. Ну-ка, у него есть одушка? Нет, тоже абсолютно никакой одушки. Классный гипоаллергенный уход. Здорово вообще. Так, здесь у нас серум из этой же линейки. Вот как он выглядит. Здесь уже стекло, по-моему. Да, это стекло. Серум в стекле. Отклеиваем наклеечку. Так, как у нас выглядит серум? Тоже как прозрачная водичка, но смотрите, слегка тягучая. Такая слегка тягучая. Это уже что-то среднее между маслицем и тонером. Прям такая масляная-масляная основа. Но когда впитывается, никакого жирного блеска нет, как интересно. А по рукам прям, девчонки, масло масляное. Здорово. Запаха тоже никакого нет. И вот это масло, очень классный продукт, мне именно его хотелось потестировать. Это мультифункциональное масло, которое можно обогащать свои крема дневной, ночной, тоники. Можно обогащать шампуни, гели для душа. То есть оно полезно. Там такой состав обалденный. Там такой букет ценных масел на 99,9% натуральный продукт. Сейчас я вам состав покажу. Где он у нас тут, девчонки, на английском? Вот ингредиенты. Здесь такой букет масел. Я вот авокадо даже увидела. Что можно прям с головы до пят вот это масло применять. И для волос, и для лица, и для всего. Это на самом деле круто. Давайте с вами посмотрим. Масло тоже в стекле. Ой-ой-ой, не утекай. Не утекай, надо баночку еще закрыть. Вот оно такое желтенькое. По запаху. Абсолютно никакого запаха тоже нету, девчонки. Парфюмерных отдушек в этой серии нет. Масло этому рада. Буду применять и на волосы. Можно потестировать вместе с вами. Какую-нибудь масочку сделать и добавить туда вот это маслице. Мне кажется, будет круто. Масло, кстати, тоже когда впитывается, дарит сияние, но ни в коем случае не жирность. Это здорово. Давайте приступать ко второй коробке. Тоже такая красивая коробочка. Здесь уже как-то порадужнее цвета, да? А здесь у нас бренд Jamiso, да, если я правильно читаю, Jamiso бренд. Здесь 5 масок, 5 масок увлажняющих. Мы с вами их вместе будем делать обязательно. Давайте посмотрим хотя бы, как они выглядят. Такие тяжелые, мне кажется, здесь прям очень много сыворотки. Коробка тяжелая. Тканевые масочки вот такие классные. Сделаем все с вами. Они почему-то холодные на ощупь. Представляете? Хотя посылка уже как бы давно дома. Они почему-то холодные. Так, тут тонер с ахабахакислотами. Это здорово. 5% аха. Это прям на зиму сейчас вообще великолепно. Так, состав. Сейчас я вам покажу. Ингредиент. Вот состав. Это уже другой бренд, это не такая гипоаллергенная косметика, но тем не менее корейская. Мне вообще нравится очень. Все, что я пробовала, пока очень нравится. Смотрите, какая веселая такая линеечка. Так, фокус. Прекращай на коробке фокусироваться. Вот так выглядит сам тонер. Он здесь запечатан, зафольгирован. Даже не сразу откроешь. Открывайся. Так. У девчонки тоже, по-моему, аромата никакого. Вот корейцы молодцы. Не пихают ароматы ненужные совершенно отдушки, да? В свою косметику уходовую. Но зачем это нужно? Это же вред для кожи, правильно?
Еле-еле-еле уловимая косметическая душка, приятная прям, еле-еле-еле. Так, это у нас кислотный уход. Это умывание, витаминный гель для умывания. Вот так он выглядит. Он пришел у нас тоже, смотрите, запакованный. Здесь у нас слюда. Ну ладно, не будем пока распаковывать, будем тестировать и распакуем. Так, по составу, девчонки, вот ингредиенты. Здесь у нас витаминный уход. Дальше сыворотка, по-моему, да, витаминная, того же бренда, освежающий витамин. Состав бликует слегка, много масел, кстати, здорово. Сыворотка выглядит вот так. Ой, какая симпатичная. Это стекло, девчонки. Оформление такое веселенькое, здорово вообще. Давайте посмотрим. Сыворотка такая светленькая. Так. Ой, очень приятная. Тоже под руками ощущается, как будто маслица, но в то же время впитывается, никакой жирности нет. Здорово. Так, а это кремушек. Кремушек, который устраняет недостатки. И он у нас с улиткой, снейл и центеллой, который также и против возрастных изменений кожи, выравнивает рельеф и борется с недостатками. Очень интересный крем. Состав кремушка вам показываю. И давайте посмотрим на него поближе. Так. Вот как. Ой, он с ложечкой, девчонки. Вот корейцы вообще молодцы, да? Зачем лазить руками в банку, когда есть ложечка? Какие же они молодцы. Мне так нравится, что они заботятся о каждом клиенте вообще. Вот почему у наших производителей немножко не так, да? Зачем рукой? Рукой лазить нельзя, да? Берем немножко крема лопаточкой, наносим на свою кожу лица, чтобы бактерии в нем не размножались. Кремушек вроде легкий, но будем на лице тестировать. Никакой отдушки не чувствую от него. Здорово. Ну, вот такие две коробочки счастья, девчонки. Будем скоро все с вами вместе тестировать, пробовать. Посмотрим, насколько эффективны эти продукты. Ну что, девчонки, начала я уже тестировать корейские продукты. Сейчас была в душе, и вот эта вот маслица мультифункциональная добавила в масочку для волос. Капельки 4, наверное, подержал, но пока результат мне очень понравился. Еще знаете, как придумала его применять? Куда дело? В общем, как масло для кутикул. У меня есть такая баночка в Магнит Косметик. Брала масло для кутикулы, такое дешевое, с кисточкой, как у лака, да? Я туда просто налила пипеточкой вот это вот масло и применяла. Очень здорово тоже работает. Прям понравилось на все 5 баллов. Так, сейчас мы с вами умоемся вот таким вот мультивитаминным средством от бренда Джамисо, да? Так, он у нас здесь, по-моему, закрыт. Ой, точно. Смотрите, он у нас зафольгирован. Гель. И вот как он выглядит. Такой слегка бежевый. Нам нужно его вспенить в руках. По инструкции. Вот так. Он пенится, кстати. И умыться. Ой, как классно пахнет. Мультифрукта. Манго чувствую прям. Воды маловато. Почти не пенится. Так, вспенили в руках. И вот так пеной умываемся. А как здорово пахнет. Девчонки, напишите вообще, как вы относитесь к корейскому уходу? Пользуетесь ли корейским уходом? Насколько он вам нравится? Я имею в виду настоящий корейский уход, а не закосы фирм наших отечественных под Корею. Подходит ли он для европейской кожи, как вы считаете? Мне лично нравится. Ну, по крайней мере, пока то, что я пробовала, мне все подходит, мне все нравится. Так, все, теперь смываем гель. Мне понравилось. Кожа увлажненная после геля. Классно вообще, чистенькая, увлажненная, кожа очень хорошая, дарит свежесть, прям такой понравился. Так, дальше, девчонки, мы с вами попробуем вот этот вот лосьончик, тонер с АХА кислотами, 5% их здесь. Написано на сайте, что отшелушивает, очищает хорошо кожу, да? Сейчас после геля мы пройдемся с вами этим кислотным лосьончиком. Тоже такой же запах вообще классный. Да, очистим нашу кожу. Здорово. Пощипывает, слушайте, слегка. На веках. Чуть-чуть пощипывает. Прям еле-еле заметно. Смотрю на диск. Вычищатель, он что-то не вычищает. Немножечко такой есть налет, что ли.
так как следует. Все очистили. Декольте. Так, теперь мы с вами будем делать масочку тканевую. Вот эту. Вот такой симпатичную. Собачек тут что ли нарисован? Классно. Так, маску тканевую. Под маску тканевую вообще рекомендуется под любую наносить сыворотку. Сыворотку, серум, что-нибудь такое вот. И то, что действительно подходит вашей коже. Мы с вами нанесем из этой же серии вот эту сыворотку Джамисо. Сейчас на кожу. Витаминную. Так. Распределим. Ой, сыворотка классная, невесомая, девчонки. Мгновенно прям впитывается. Вообще красота. На декольте. Смотрите, уже впиталась. Очень легенькая, хорошая сыворотка. Замечательная, мне прям нравится. Так, и все. И теперь будем тканевую масочку с вами одевать. А маска не смывается потом. Сыворотка написана распределить и кончиками пальцев вбить. Здесь очень много сыворотки. И еще немного осталось даже... Ой, капает прям, девчонки. Еще немного осталось в упаковке. А маска сделана из 100% хлопка. Она должна быть очень тоненькая и невесомая, как заявляет нам производитель. Так. Сейчас вся сыворотка у меня обтечет, пока я ее разверну, девчонки. Разворачивайся, милая. Так. Вот она какая. Слушай, ну она достаточно плотная, но это 100% хлопок. Вкусно пахнет как. Масочка должна у нас выравнивать тон. И вся эта линейка, она также борется и с возрастными изменениями. Увлажняет. Так, куда-то завернулась. Расправляю. Так, нос. Иди сюда. О, хорошо. У многих масок лекало не доходит до кончика носа. А здесь доходит хорошо. Так. Поправляем. В принципе, лекало удобное. Несмотря на то, что продукт корейский, да, мне на все лицо как раз. У кореянок-то личико поменьше моего будет, да? Может, чуть-чуть до контура не доходит прям, да? Чуть-чуть. Так. Все, девчонки, буду 15 минут ходить. И потом к вам вернусь. Ну что, прошло 15 минут, она даже еще не думает высыхать. Такая прям сильно-сильно влажная масочка. Давайте снимать. Оп. Я перед этим сыворотку, кстати, брови, огонь, распределила. На декольте она мгновенно впиталась, и мне очень понравилась такая гладенькая кожа. Сейчас будем с вами впитывать сыворотку от маски. Ее очень много на лице, девчонки. Прям много-много. Даже на губы нанесла, потому что как-то разглаживает кожу. Мне понравилось, как на декольте она сработала. Ох, как много ее. Вообще. Сейчас она впитается, и мы с вами будем что? Я хотела попробовать... Наверное, девчонки, сыворотку еще вот эту сверху. Есть тонер, но тонер, в принципе, нам после маски ни к чему совсем. Я хотела попробовать еще сверху вот эту сыворотку и кремушек для век. Вот этот. И посмотреть, как они сработают. Достаточно. Крем никакой для лица после этой маски точно не хочется, потому что и так все здорово. Действительно выравнивает тон. Возможно, даже обладает каким-то лифтинг-эффектом, девчонки. Нравится. Продукта очень много прям. Классно. И не думает даже впитываться пока. Много-много продукта очень на лице. Сейчас она впитается, и мы продолжим с вами уход. Практически впиталась. Есть пока небольшая липкость еще, но это все пройдет, я сейчас думаю. По эффекту. Сияние кожи, вы это видите. Не жирный блеск, а действительно сияние. Разглаживает тон, разглаживает мелкий, мимический однозначно. Потому что у меня есть достаточно глубокая вот тут на лбу морщина. Как вам ее показать? Вот она, вот тут. И ее видно на самом деле, а здесь она как-то вот сглажена. Понравилось. Понравилось однозначно. Давайте наносить сыворотку. И посмотрим, как она еще сверху сработает. Сыворотку у нас с вами получается, да? Завершим наш уход.
Сыворотка у нас уже вот эта из линейки космецевтики, да? Лечебной косметики. Так. Прям сияю, сияю, девчонки. Свечусь изнутри. Так, и теперь кремушек для век. Я его уже вчера на ночь попробовала. Дискомфорта никакого не вызвал. Он достаточно плотный. Я люблю именно такие кремы для век. Мне не нравится, как вода. И он хорошо разглаживает тоже. Вот на эту морщинку можно тоже наносить кремы для век. Так, и вот так круговыми движениями немножечко помассируем. Видите, он прям плотный, его видно даже, такой вот беленький. Но мне больше такие кремы нравятся, плотные для век. Так, ну вот и все. Утренний уход завершен у нас с вами. По тем продуктам, что мы попробовали, могу сказать, мне очень нравится. Сейчас еще все дело на лице впитается, я вам покажу при дневном свете. Вообще здорово. Ну, какие продукты я брала на сайте Style Korea, девчонки, ну, ни один, в принципе, не оставил равнодушным. Очень добротный уход. Многие корейские продукты, по отзывам, не подходят для жирной комбинированной кожи. Но, как оказывается, у корейцев тоже есть продукты для этого типа кожи. И мою кожу еще ни один продукт не утяжелял, девчонки. Вот. Ссылочки все оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь, смотрите. На сайте Style Korea, кстати, классные бывают скидки очень. И можно за копейки прям, надо просто мониторить, ждать. Вот, допустим, в один день вот этот тонер будет со скидкой, с очень хорошей, там, рублей за 400 можно взять, 500. В другой день, там, через несколько дней будет другой продукт со скидкой. Ну, в общем, бывают очень хорошие у них скидки. Они устраивают их часто, молодцы. Так, ну все, сейчас я вам покажу при дневном свете. Ну вот, девчонки, при естественном освещении все впиталось и осталось сияние. Сияние очень гладкая, бархатистая кожа. Мне понравился безумно уход. На зиму, мне кажется, вообще идеальный просто. Вот это сияние, сияющее здоровьем изнутри кожа. Корейцы молодцы. Здорово. Ну вот, смотрите, как выглядит кожа. Сияет. Вообще классно. Ну что, девчонки, давайте расхламлять косметичку. Посмотрите, какая у меня косметичка. Это Нессер от Yves Rocher. Вот такой вот малюсенький. Я хочу отобрать то, чем я пользуюсь ежедневно. Да, то, что сейчас мне нравится, чем нравится пользоваться. Вот в такую маленькую косметичку от Yves Rocher, да? Сравните размеры. Сейчас мы прям сделаем с вами вот так. Прям вот так. Как бы это жестоко не было. Оп, все. Нет, еще не все, представляете? Сейчас все достанем. Вот. Все. Тут мои квиточки с работы. Сейчас я их уберу в сторону. Они нам не нужны. И вот таким вот образом будем с вами оббирать то, чем я пользуюсь. Этот крем у меня лежит в косметичке зря совершенно, потому что он мне не очень нравится. Он мне, девчонки, жирнит кожу от Avon, да? Я его убираю. Может, задарю кому-нибудь. Так, здесь у меня лежит еще вот такой классный кремушек для сияния кожи. Фокус не хочет фокусироваться. От Mixit. Он как праймер. Я его тоже не буду брать с собой, потому что в косметичку хочу положить только необходимое. Вот чем я пользуюсь ежедневно. Это сыворотка для роста, сыворотка-кондиционер. Ну, фокус. Для роста бровей от Faberlic. Я его беру с собой. Так, кладем с вами его в косметичку. Дальше, чем я пользуюсь еще? Так, тени от Faberlic пока не пользуюсь блестящими. В артикуле 56-24. Сейчас открою, покажу. Вот как они выглядят, девчонки. Оттенки, в принципе, носибельные. Не знаю, может быть, и их сейчас с собой возьму. Пока подумаю. Так, и вот от Avon еще вот такие вот тенюшки тоже. Неплохие. С ними можно делать классные смоки. Сейчас подумаю, какие из них взять. Это люкс, палеточка. Вот еще одни жуткие тени, которые пришли в пакете сюрпризе последний раз. Мне не подходят. Но у меня соседка красится вот такими вот серыми. Они кажутся коричневыми, но они на самом деле серые, голубые. Не знаю, если ей понравится, я ей... Кисточка вывалилась. Вот одной рукой называется. Когда снимаешь, куда она делась-то? Вот она. Кисточка. Если они ей понравятся, я ей их задарю. Потому что оттенки, конечно, хатки. Я не знаю, для кого такие палетки делают. Надо в сторону отложить. Так, кисть от Faberlic. Хочется с собой взять. Но мне кажется, она мне не влезет в эту косметичку. Не, влезет. Потому что румянами я пользуюсь. Так, вот эта палеточка от Vivienne Sabo. Классная. Здесь оттеночки такие все ходовые. Может быть, возьму. Не знаю.
сейчас из теней с вами выберем потом. Так, обязательно пинцет для бровей. Возьму. Вот, кстати, вот сюда я перелила, девчонки, масло. Для масло мультифункциональное, да? Стайл Корея, да? Вот, вот сюда перелила, видите, оно такое желтенькое. Вот сейчас буквально делала маникюр и смазала кутикулу вот этим маслом. Это я обязательно с собой беру в косметичку. Так, дальше из тональных средств я крайне редко пользуюсь ими, но если буду брать, то только вот это пока. Оно мне больше всего нравится, оно самое легкое и перекрывает несовершенство, покраснения всякие, тоже круто. Положим. И, конечно же, кисть для нанесения тонального крема, потому что только кистью я сейчас вот этот Faberlic наношу. Это безумно удобно. На самом деле гораздо удобнее, чем спонжем, гораздо тоньше покрытие, чем спонжем. Спонжем мне вообще не нравится эффект маски какой-то на лице, поэтому кисть тоже сюда кладем. Так, это тени от Avon. Пока не хочу их брать с собой. Это такой стик. Сейчас покажу такой вот оттеночек. Он с блесками. Фокус. Он какой-то такой сероватый. Не очень мне нравится на самом деле. Хотя иногда пользуюсь. Я пока брать их с собой не буду. Убираем назад в Nessar. Надо его поближе подвинуть. Так, вот этот тональник. Это не тональник. Это, девчонки, заряд энергии. Дневной крем для лица совершенства. Он мне не понравился. Он не утяжеляет кожу. Надо тоже его отдать соседке. У нее кожа сухая. Так, консилер. У меня два консилера есть. Beauty Lab от Faberlic. Вот этот вот, да? Ну, он как вода, девчонки. Он ничего не перекрывает, блин. Вообще ничего не перекрывает. Но надо его допользовать. Надо его допользовать и отправить в пустые банки. Давайте его возьмем с собой в косметичку на осень. А вот этот консилер, кстати, от Avon. А в чем я уже? Power Stay. Мне очень нравится. Он здорово перекрывает. На самом деле он очень стойкий, как влитой. Но давайте допользуем с вами Beauty Lab, а Avon пока немножко подождет. Так, палетку с ней Кайли мне пока не надо. Я ей пока не хочу, пилочка всегда нужна, но пусть она будет дома в большой косметичке. Так, мы возьмем с вами кисти для теней обязательно, вот эту вот от Faberlic, я ей постоянно наношу тени. Это такая свалка, да, она еле влезает в эту косметичку, ничего, влезла. Так, это Beauty Bomb, я про него уже забыла, девчонки, про этот помаду-карандаш, а он же классный, нюдовый. Берем. Так, это Avon True Color, нюдовый карандаш для губ, но он как тональный крем. Не хочу брать с собой. Для бровей у меня лежат средства, вещи разные всякие, они мне уже не нужны. У меня татуаж. Нижнее веко я могу подводить вот этой кисточкой от Faberlic. Фокус. Хватит фокусироваться на всем блестящем. Вот она мне очень нравится. Берем. Нижнее веко подводить. Так, бальзамчики. Наконец-то я их откопала. У меня сейчас почему-то дико сохнут губы. Надо прям помазюкаться. Не знаю почему. На осень уже холодное время года. Все. Вот этот бальзам. Зима беру обязательно с собой. Тушь, естественно, вот эту. Мисс Кёрл. Коричневую. Вообще, как видите, у меня обилия туши нету. У меня вот в обиходе есть одна. Вторая вообще должна где-то еще валяться. Вот ее и только ее. Так, вот этот тональник пока не беру, лежит с прошлого года, его, может быть, допользуюсь зимой. Биби. Нравится он мне. Нравится, хороший, матирует, здорово все. Так, кисточку я одну уже взяла, Faberlic. Поэтому вот эти две кисти брать не буду от Faberlic, от Ifrashe. Хватит мне. Так, палетка теней у меня уже с незапамятных времен. Вот это вот, девчонки. Одни тени даже вывалились. Она, кстати, крутая. Мне нравятся здесь и оттенки теней. Можно сделать глубокие смоки. И румяшки, и пудры здесь достойные. Но мы сейчас что-нибудь другое с вами выберем. Так, карандаши. Серый карандаш для глаз. Не хочу брать с собой. Потом вот этот карандаш светлый для слизистой. Я иногда его использую, эйвонский. Он вот такой вот светленький, совсем перламутровый. Но пока он мне не нужен тоже. Так, палеточка для скульптурирования. Ну как же без нее? Уже она у меня, наверное, третья Faberlic такая. Артикул, девчонки, 60-73. Крутая палетка. На самом деле, деликатный контуринг, хайлайтер, румяшки, цвет коралловый, освежающий, очень нравится. Берем ее с собой. Сейчас я напихаю в эту бедную косметичку. Так, очень много помад. Так, карандаш для губ, красный карандаш для глаз. Это стрелка фиолетовая. Так, это коричневый. Да, это коричневый для глаз. Эйвонский беру. Avon True нравится, стрелку им вывожу. Так, это лайнер для губ. Эйвонский
Вот этот вот тату, девчонки, он мне не понравился, цвет какой-то паршивый. Пока не беру, может быть, понравится. Для бровей мой любимый, кстати, карандаш, кто красит брови, девчонки, это Dave Cosmetic. Вот этот карандашик, он идеальный. Он, его хватит на ход практически. И очень круто рисует, очень круто, естественно. Но мне такие продукты пока не нужны. Так, это у меня Avon True румяшки. Трехцветные в оттеночке Cool, по-моему. Не открою, девчонки, одной рукой. Они мне в эту косметичку не влезут. Румяшки у меня там есть другие. Палеточки. Так, карандаши. Карандаш зеленый. Так, Glam Team. Подводка лайнера коричневая беру вместе с карандашом эйвенским, рисую стрелку. Так, этот белый карандаш тоже для слизистой. Убираем кусачки, мне с собой не нужны. Это мой бейджик на работу. Так, вот такой вот, вот такую палеточку, как она у нас правильно называется, пудра-хайлайтер. Но я использую как контуринг вот этот цвет бронзирующий, пока не хочу. Так, это у нас румяшки от... И фрашек классный, кстати, оттеночек такой персиковый, освежающий. Вот. Можно, в принципе, и взять с собой. И, так, еще что тут? Еще вот такая палетка Vivienne Sabo. Тоже, кстати, красивые цвета, мне нравится. Не открою, блин, одной рукой, девчонки. Ну, ходовые такие цвета, сейчас из теней с вами выберем. Так, бальзам похудей я использовала просто как питательный. Но один бальзам мы с вами уже положили. Так, еще карандаш. Карандаш у меня здесь для бровей от Faberlic валяется, который терпеть не могу. Он у меня на бровях полосил, девчонки. Но некоторые его почему-то любят. Не знаю, что он лежит, надо кому-то отдать. Так, тени вот такие вот. TF, по-моему, косметик, нет? FF, Fleur. Помните такую фирму? Такие вот блестящие. Это ближе к зиме, мне кажется, я таким буду пользоваться. Пока убираю так же, как и вот эти. Так, здесь Джоли. Кстати, я забыла про этот продукт. Тинт для губ и щек, по-моему, да? Сейчас он в каталоге будет. Вот он. Кстати, классный оттенок. Беру с собой. Можно на губки и на щечки, можно даже и на глазки. Тени. Так. Ох, девчонки, так вот эту кисть не беру. Кисть взяла себе уже для нижнего века. Это вообще... Так, остались у нас, по-моему, одни помады, если я не ошибаюсь. Визин. Визин всегда с собой беру, потому что, когда глазки устают, в последнее время бывает редко, но тем не менее, он у меня всегда в косметичке должен быть. Карандаш весь разломался от Avon. Сейчас они опять в каталогах, да. Здесь такой был сиреневый оттеночек. Фокус. Фокус. Смотрите, такой вот сиреневенький оттеночек. А здесь жидкие тени для век. Вот такие вот светленькие. Но они, девчонки, с частичками. Мне не нравятся. Мне гораздо больше в этом плане нравится галактическое путешествие от Faberlic. Вот эти светлые. Высветлять ими века люблю. Поэтому возьмем с собой. А эти убираем. Так. Еще одна кисть. Не нужна больше мне. Помада. Что хочу взять с собой? А, вот еще Color Tattoo от Maybelline тени. Вот такие вот я брала малиновые, такие агрессивные. Пока мне что-то неохота. Под настроение у меня бывает, как захочется, как с забубенью такой ядреный макияж с красными тенями и так далее. И мне они, кстати, не очень понравились по текстуре. Я не знаю, почему так много отзывов на них хороших. Мне не очень. Так, давайте смотреть помадки. Что хочу взять с собой? Я хочу взять с собой Faberlic. Да, вот она, по-моему, вот эта помадка Кибальм, если я не ошибаюсь, это она, потому что дает эффект зацелованных губ. Вот такую хочу с собой взять. Так, от Марк красную пока не хочу. Хочу взять вот такую вот нюдовую помадку из линейки Glam Team в оттеночке 408-74. Это новинка, мы с вами тестировали, хочу. Так, что тут у меня еще интересного? Ну, вот эту Легенду, я ей часто, кстати, очень пользуюсь. Помада Легенда. Матовая, очень красивый освежающий красный оттенок. Это Avon у нас, смотрите, как называется оттенок, кому интересно. Фокус, знойный коралл, нет, может быть, вон тут, видите название. Беру эту помаду, еще какую-нибудь одну сейчас с вами возьмем. Так, это, по-моему, у нас такая нюдовая сатиновая помада Faberlic. Так, что же нам с вами еще взять, девчонки? Что это у меня за Avon тут такой странный футляр, я такие не брала. А, это вот эта вот оранжевая жуткая помада. Нет, ее брать точно не буду. Так, надо допользовать мне. У меня помады не кончаются. Я вам никогда в пустых баночках не показываю помаду. Овация. Тут осталось совсем чуть-чуть. Красивый оттенок. На самом деле, очень красивый. Мне нравится. Надо ее допользовать. Беру ее с собой. Прям вот допользовать обязательно. Так, и что еще? Бархатный сезон. У меня здесь две штучки нюдовых таких представлены. Одна... Так, а это какой оттенок? Оранжевый? Да, это такой оранжевый. Красивый. Вот коралловый хочу взять. Возьму коралловый. И хватит. Все, у меня уже не влезает. Не знаю, куда тени буду класть. Так, вот эти помады, масла пока убираю. Все. А, кстати, мне очень нравится бальзам. Вот этот и Фраше.
Так, все, это убираем. Это тинт, кстати. Корейский фокус у нас был, да, лимитка. Все остальное. Или кибальм у нас. Вот, наверное, кибальм. А, у меня две их. Это в розовом просто оттенке, девчонки. Да, это кибальм. Классная, кстати, помада. Мне очень нравится. Губки не сушит. Так, а это? А, это вот это вот не убиваем. Из линейки Glam Team. Так, 406-17. Все, Vivienne Сабо, вот нюдовый, у меня тут маслица Faberlic. Все остальное пока, девчонки, убираю. Пробники зачем-то у меня тут валяются. Так, давайте с тенями определяться, какие буду брать тени. Наверное, все-таки возьму палетку люкс. Не хочется мне ничего пока блестящего шиммерного, беру палетку люкс. Все остальное убираем. Ну и что, девчонки, все, что я отобрала, у меня сюда не влезло. Я нашла еще одну косметичку, благо, надеюсь, сюда сейчас все поместится у нас с вами. Тут, в принципе-то, немного. Палеточка, раз. Так, а где тени? Тени, где тени? Куда делись тени люкс? Вот они, вот. Так, все убираем. В эту косметичку, да, надеюсь, должно влезть. Я знаю, что кисти так не хранят, но я работаю, девчонки, сутками, мне скоро на работу. А кисти на работе-то мне тоже нужны, правильно? Поэтому вот то, что я беру с собой всегда, вот, в эту влезло теперь. Все, собрали с вами косметичку на осень. Вот этими продуктами в ближайшее время я и собираюсь пользоваться. Вот такая получилась пузатая косметичка, но хотя бы не такая огромная. Вот. Ну и все, девчонки, на этой ноте с вами буду прощаться. Надеюсь, что мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.